Оля, ты где? Иду, бегу. Ты это чего, в город что ли наладилась? Обижаешь. На рыбалку я собралась. Смотри, мне внук-то даже червей накопал. И говорит, бабушка, я червяку-то язык оторвал. А комары-то тебя не съедят? Комары? Нет, не съедят. Я приготовилась, смотри. О, готово. А тебя саму-то комары и мошки съедят. Посмотри, ты нарядилась-то как. Готово. Ой. Валя, я сегодня так классно собралась. Мне мои внуки толстожирных червей накопали. Ты куда это собралась-то, скажи, а? Тебя комары-то съедят. Я буду любоваться своим отражением в воде. А комары-то? Ой, а для комаров-то у меня... Ой, дифлофос есть. О, надо для комаров сказать, всем хватит. Бабоньки, привет. Привет. Ой, привет, привет. Ой, Лика, опять все вместе собрались. Ой, да-да. Ты что-то собралась-то, лето на дворе. Ты в фуфайке, в кирзовых сапогах. Да ходила, Дарис, на рыбалку-то. Так без фуфайки-то думала, сожгут меня напрочь комары. А ты чего опоздала-то? Чего опоздала? Фуфайка-то отдана с мужиком на двоих. А он ей ходил картоху помочь. А, ну ладно тогда. Ну тогда садись от нас подальше. По что? Потом. А ты ударение в слове «потом» правильно поставила? Ну, ты меня поняла. Ой, сижу вот тут с вами, боясь. Опять ведь никакую рыбу не поймаю. Пока вы тут собираете, так я пойду хоть шуточку закину. Ой, пойди, ну, давай, пойди, пойди. Да. А мы хоть посмотрим. Ой, я не знаю, как у вас, а у вас на солнечном пруду рыбка более хорошо на ливерную посетила. Ну, посада. Смеженька. Вся рыба-то от вас разбежится. Ага, вообще. Почему это? Потому, мужикам надо рыбу ловить, а вам ну, надо что? Дома сидеть. А че это? Печь пироги, стирать, что? Готовить, конечно, убираться, всегда, деньги да, зарабатывать. Давай. Это что было? Так плохо было без тебя. Ага.
всегда на рыбалку пожвонит, рыбкой нажавет меня. Где ты, Шука, говори? Кверху брюхом рыбы всплыли два водолаза. Настоящий ничего.
вот нам их вернули на общественном суде. Ой, бесстыдно, надо таки надо. Зато не динамитом подаваться. Конечно. Как-то судака тащила, лес колокнула треща. Зато дома получила я от мужика леща. Ой, а рыба-то вкусная. Что, не рыба? Конечно. Яблоньки. Вот там мужчина сидит, красивый такой. Веселый, глазки стеклятся. Так это рыба-пила. А ты что, знаешь, как выглядит рыба-пила? Не знаю. Это я по запаху определила. Ой, я посмотрела, вот там сидит девушка с длинными ногами и большим бюстом. Видишь? Вижу. Таких очень любят мужики ловить. Они что, вкусные, что ли? Нет. Красивые и опасные. А опасны-то они чем? Они любого рыбака за несколько часов в одних трусах оставят. Ну хоть не без трусов. Вот поэтому я мужика-то своего не отпускаю на рыбалку. Правильно, не отпускай, сама ходи. Ветер дует, дождь идет, на реке ненастье. Травечки, частушки спели, это ли несчастье? Неправильные. Ой, бабоньки, а может на мою морду попробуем ловить? Ага. Ты видела ли свою морду-то? Ведь вся рыба-то разбежится. Вот-вот, я вам про это и говорил, что вся рыба от вас разбежится. Да? Да. Эх, крали-крали, знаю я рыбное место. Где? Где? В магазине. Пошли. Пошли. Скорее. Ой, детки, у меня, я не забыл. Ой, моя морда не понравилась, не знаю. Широкая морда, 500 рублей за ее отдала. Ну, правда, у соседа морда-то ядрельше и ваше. Поди на его согласятся. Бабы, погодите-ка!